Осторожно, дети! А где он? Первый в своей жизни учебный год Амир Кондаков закончил с отличием. Но расставаться на каникулах с любимой школой не спешит. Мальчик ходит в летний оздоровительный лагерь, организованный на базе учебного учреждения. В этом году он посвящен юным инспекторам дорожного движения. Никогда не ходи на красный свет. А когда дойдешь до середины пешеходного перехода, посмотри сначала направо, а потом налево. А когда подходишь к пешеходному переходу, налево и направо. Ребят навестили инспекторы по безопасности дорожного движения. Сотрудники ГИБДД провели с детьми викторину на знание основных правил на дорогах и в игровой форме объяснили, как должен вести себя пешеход. Еще раз детям напоминали о правилах дорожного движения, потому что скоро лагерь закрывается, и дети пойдут, поедут к бабушкам, к дедушкам в гости. И ребятам постоянно надо напоминать о правилах дорожного движения, чтобы они это помнили, вот как отче наш. Программа у школьников насыщенная. Помимо изучения правил поведения на дороге, ребята учат оказывать первую помощь, а также возят на экскурсии по территории поселка, где на практике дети отрабатывают усвоенный материал. Ребята очень довольны. В нашем лагере 30 человек. Многие ребята из семей, неблагополучных, многодетных. Есть ребята, которые приехали из Донбасса, а также занимаемся их и оздоровлением, и более углубляем знания о правилах дорожного движения. Смена в детском лагере подходит к концу. Ученики Маловеземской школы провели эти дни весело, активно, завели новых друзей. Но самое главное, теперь все они сознательные и дисциплинированные участники дорожного движения. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».